Слушай, после того, как ты прожил здесь столько лет, ясно ли ты ощущаешь свою связь с жизнью? А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни. Подожди, не иронизируй. Это банальный вопрос. Когда человек счастлив, смысл жизни и прочие вечные темы редко интересуют. Или следует задаваться в конце жизни? Спасибо. Мы с вами поговорим, когда допортим вам настроение.